и Котл там все равно возле тебя стояли. Если бы там стояли варды, они бы туда не ушли. Они бы там остались. Они пулили. Ну, правильно. А, и они это делали криво. Я получал по твоей... Если бы начал выковать, они пошли бы убили тебя. Короче, если да бы нет, вначале у Магнуса было все идеально. Я не знаю, что ты, Матрикс, жалуешь, что у тебя 7-й левел, а у ВР-ки 2-й. То есть у ВР-ка тебя было идеально. Получил, да, у тебя 7-й. Да, ну я пошел, ну, типа, все равно потом... Мы потом просто косячили. Один раз врывались под тауэр, когда нет, не надо было врываться. Еще один фейл, самый первый, это то, что... Может, как в прошлой игре, что, я не знаю, любой кто-то один из вас будет говорить. Потому что, ну, это типа такое, один говорит, кстати, другой не да, говорит. Да, очень много флуда, нереально ничего. Мне реально сказали, все, давим под тауэр, я молча, да, не спрашивая, да или нет, просто взял и нырнул под тауэр. А мне потом сказали, а хера ты сделал? Я говорю, а я ты сделал... ты в игру зайдешь или нет? В игру зайду. Срывайте в игру. Мне не нравится вот это вот просто обвинение на ровном месте, какие-то лоховские. Да никто никого не обвиняет, успокойтесь. Все норм. Я плохо пикнул, мы проиграли. Контролируйте свой рейдж, потому что, вот понимаете, если послушать со стороны, ну это вообще забей. Да я не знаю, я вообще ничего мне не знаю. Мне один только момент не понравился, это последний просранный ульт Магнуса. Все, да, я не, про пику единственный момент. Знаю, меня очень задевают претензии, ну типа, а что ты заехал или не ультанул сразу? Потому что когда я заехал, что ты нам игру не затащил? Че ты у меня робал? Ты ничего не делаешь из тебя. Короче, Версуточ, по пику единственный момент, мне кажется, надо было, если мы в такую уж агрессию играли, да не, у нас играли, пик нормальный, забанить у нас руки котла. Щупальца, вот пик почему мы проиграли. Нормальный, щупальца забанить... мешают выиграть. Забанить котла. У нас, не, у нас просто вон, пацаны висят на флагах, вот это оно и есть. Ну вот, или, да, клешни. Я тебе говорю, забанить котла, это просто нереально. Он еще на самом деле не так-то... Ну, он мог нас вообще в самом начале игры уже и вышку не дать запушить, ну, и вообще ничего. Блин, мы, они нас, понятное дело, что нам говно разложат. Так, все, ты хитше по новой. Да, все, давай. Давай, короче, давай Версутан будет... Ну, Версутан не может командовать, он в миде. Этот, блядь, рейд-кликает, он тоже не может командовать. В смысле? Не, у меня хорошо все получается. Хорошо, все, мы тебя слушаем, давай на медфу по игре. Ну, хотя бы глобальную, ты сможешь? Так нет, командовать должен кто-то из вас, потому что меня с вами не будет. Хорошо, все будет, я буду, нормально. Я иду. То есть, когда уже там массово, тогда да, тогда я могу говорить там, атакую. Я такую пропусту, как у меня будет реагироваться. Я иду портить, и все нормально, давайте. Только идеи свои конструктивные предлагайте, и тогда обсудим, что да как. Так, Бетрайдер, что? У нас first pick, кстати. Так что Дарксира мы забираем, да, я так понимаю? Ну, если дадут Дарксера, можно и ДС. Так у нас first pick, так что нам в любом случае должен дать. На минутку. Не, если они не забанят, они банили. Так, кто мне еще не нравится? Скажите мне, я вам скажу. Ребята, а куда все делись? Мы же хотели нормально пик выиграть. Давай котла забаним, а? Да, я кстати. Не знаю. Какой пахло герой вообще? Да Никс больше всего мозги выносит. Может, все-таки Никса лучше, потому что... Да, нам... Никса не будем брать first pick, правильно? Не, мы не будем. Ну, ДС, ребят, первый first pick, просто ДС, плиз. Вот этот герой точно... Они сейчас забанят ДС, мы сможем взять котла в случае чего. Не, он не котла банит. ДС, это лучший герой вообще в доте. Я знаю. Мне пикайте на второй стадии, под самый конец, когда я буду видеть, против кого мне стоять. Ну, понятно. Да. А себе там думайте. Суппортов желательно сейчас брать. Ну, сейчас каких-то суппортов набрать получше бы такие. Что, да, очень хорошо. Кстати, вот под ТС от Джакира лучший саппорт. Реально, вот если бы мы смогли украсть каким-то образом Лансера и ШД, но с другой стороны, Лансер без котлайн как-то не то. Вот, это да ладно, он отличный. Ну... Не, зачем вам Лансер? Забейте. Это какая-то не дота. Мы его говном поливаем в каждой игре, что комментируем, а тут Лансера хотим. Давайте, ну, не будем проигрывать. Давайте игнорировать этого героя. Луна. А, вот так вот. Луна. Слушай, давайте мы возьмем Боню Клёцкого и выиграем. Не, я предлагаю, у меня есть отличная идея. Вот этот товарищ, я слышал, он хорошо. А что, на гирокоптере играет? Гирокоптера, да, берегите, ты же гирокоптера хочешь. Каспер, ты играешь на гирокоптере? Конечно. Да, я вчера 18-2-22. А мы сейчас левый герой, и попрёшь так три года. И Джакира. Не, погоди, да ну блин, подождите, ну что за флут? Ну реально, я сижу, у меня времени мало, вы тут начинаете. Смотрите, я предлагаю взять какого-то суппорта, это может быть Руби. ДСа, Джакира, очень. А как насчет Бэйна, вам нравится Бэйн? Да у нас вряд ли кто-то грамотно отыграет за Бэйна, а вот Джакира, там вам много не надо, Тарксир стягивает. Мне не нравится Джакира. Ну, Майлз играет на нем. Майлз, играешь на Джакира? Да, на Джакира сыграю. Так, отлично. Нет, у меня другой вопрос. Версута, ты на Бэйне не хочешь постоять? На Бэйне. Нет, в миди Бэйн тоже дерьмо. Бэйна на паблике стоит. На Бэйне сыграю. На Бэйне сыграешь, Майл? Сыграю. Хорошо. Все. Слушай, может возьмем Попу в мид версуть? А ну у меня, ну, мы ждем, что не возьмем. Нет, медовых сейчас тут, я думаю, побанят нормально. Я даже объясню, почему я лучше сыграю на Бэйне, чем на Лешаке. У Бэйна нету скилла, которым можно промазать.
Знаешь, на Бене тоже можно накосячить не слабо. Так, на Бене можно своим слип ставить, да, я тоже слышал. Парни, я вот какой, какого второго возьмем суппорта мы под гирокоптером? Давайте определимся. Я за Джакира. Я не знаю, ну типа я опять на Джакира буду играть, а что мы будем делать там? Ну короче, смотри. Не, ну тогда Тайда. Тайда можно взять. Айда. Да. Не-не-не, подожди. А, тут типа суть в чем? Тут Магнус, скорее всего, будет в харде стоять. Если. Ну, дизраптор, да, хорошая, кстати, штука. Мне тоже очень нравится. У нас не, просто, не просто одного нету. Нормально, дизраптор это не просто. Я предлагаю взять что-то попроще. Смотрите, я предлагаю взять что-то попроще, чтобы на лайне, в случае чего, Бейн давал слип, и ракета пока летит, еще какой-то спел в слип залетал. Нужен какой-то с активным спелом суппорт. Гаш. Не-не-не, это сплэш. Я один очень хороший герой для начала игры. Не-не-не, я имею в виду, может быть, какой-то Рубик это может быть, или реально Джакиру. Мы вообще запрещаем сейчас героев, если либо Лишрак, либо Джакира. Подожди, запрещать Андайнга они не возьмут, я думаю, да? Или они упорото? Так, им... Андайнг это для гирокоптеров фривин. Лишрака, бань. Они возьмут под Шадоу Демона Лишрака какого-нибудь, это будет неприятно. Да не, он будет спорт. Не, сейчас надо мидеров перебанить, чтобы они зря Версу на самом деле. Зря ты подписал нас на Лешего, потому что Штогуна можно взять под ШД. Хоть Кунку, хоть Санкинга, хоть... Кунку пусть берут. Лишрака страшно. Кстати, если возьмут Кунку, это будет проблема. Не, ну они получают удовольствие от игры, давайте... Короче, бань Рикимару. Я тоже, кстати, о нем подумал. Давайте Варлока возьмем, это не им пизды. Не, Варлока можно, кстати, взять. Не, а зачем? Не спеши банить, не спеши, ты Рики забанил, а он им не вписался, типа, никуда. Ты что, не зажаришь Варлока в биде? Да любого, это лучший герой вообще. У него демажа, как говна. Да не, не, надо выиграть, надо выиграть. Погоди, теперь я рассказываю математику. Вешаются банды. Гирокоптер стреляет. Дальше объяснять. Это понимаешь, сколько там дэмэдж? Просто. Ну, Варлока хотите взять, да? Да. Ну давайте, давайте попробуем. Ты понимаешь, ты в виде вообще пиздишь тупо по дефолту вообще любого героя в доте. Вот просто любого. Так у нас сейчас бан, смотрите. Это... Давай, 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 сыграем Варлоком, изи. Да, мипа давай, минус мораль пацанам. Шо, хотели мипа пикнуть, получите, да? Да, да, да. Май мипа, дурка уже не давай. Сейчас берем второго суппорта. Кого? Либо Рубик, либо Тайт, я предлагаю. Ну я Рубик, мне Рубик нравится. Рубик, ну бляха. Какой-то, да, Рубик какой-то бляха-муха. Давайте что-нибудь такое. Блин, я за Тайда. Почему не хотите Тайда брать? Не, возьми, возьми Рубика, серьезно, нормально все будет. Так Вилат будет взрывать на Тайде. Возьми вот этого пацана. Какого? Какого? Да не, Вилат же идет на хард. Да не, 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 кстати, подожди. Не-не-не, подожди, так, Матрикс, играй на Дарксире. Какой? Обои все. Не, на хард идет Матрикс, я так, я пошутил, я не пойду сложно. Что потом, если что, на тебя все сошло. У них, то есть ты меня знаешь, на что подписал? У них есть ШД, нормальный ШД, ДС-а просто. Лес идешь, братюня, берешь скролл, идешь в лес. Понятно, лес на ДС-е это изи, четвертый левел. Тем более, что-то порядок. Я просто хочу, чтобы с меня весь интернет потом смеялся, как... А то есть, а ты меня отправляешь на хард, и когда я сосу на харде, ты меня троллишь, да? Конечно. Все спираем на тебя. Ты, да ладно. Ты как будто в доту никогда не играл. Ладно. Кто-то должен быть виноват. Конечно, ну не я же. Так, ну что? Они, ну, решили, под мой, они решили под мой бросать стрелу. Так, все, тишина, минута. У нас варианты. Дисраптор, ТХД, Рубик. Рубик мне очень не нравится. Леон, Бич Доктор, Лесная Нима. А может у нас будет суппортящий Джиггернаут? Слип подходит, крутится. Я предлагаю две вещи. Давайте так, чтобы было продуктивно. Это Дисраптор. Андай. Нет, ребят, подождите, послушайте просто секунду. Джиггернаут максит первую и максит тотем. Плюсики качает. И он не слэш, ну, естественно. Вот. И в замесе ставит этот сраный тотем, юзает Blade Fury, это идеальный саппорт. Зря. Ну ладно. Так, ребята, я играю Дисраптором, а Майлз играешь ты Бейном. А я покупаю Куру. Ну все как в той игре делаем. Как в той игре. Только нормально на этот раз. Я Глим. Не, я думаю, Kinetic Field сначала. Борды, я еще куплю бордов сейчас и вложу в Матрикса их. Хорошо, Kinetic Field купи, пожалуйста, первым. Куплю Kinetic Field. Не, борды это Матриксу не нужны. Матриксу... Лип, Матрикс, ты же идешь в лес. Матрикс в лес идет, ребята. Матрикс в лес идет, борды ему не нужны. Да, тогда мы идем все в свой лес, очень быстро пытаемся пойти найти там кучу дебилов, да? Ну да. Да, мы в свой лес идем, защищаем, чтобы они там ничего не... Попали тряпки! Если насадывать так 2-1...
Я, да, экран народу забыл показать во время пика. Вы извините, пожалуйста. Но пик был неинтересным. Игру я вам показываю все-таки. Давайте, ребят, вот еще раз. Релакс, играем спокойно. Бейн должен начинать первым, должен слипить, и дисраптор должен переюзать после этого кинетик филд и т.д. Да мне кажется, начальник лучше нюк даже. Варлок в идеале собирает фастмеку, я думаю. Или нет, или я соберу меку. Давайте я меку соберу. Варлок, какие арканы, полезные? Арканы, мека, пайпа, все такое, все с тебя. А с Варлока что? А с Варлока посмотрим, что, как пойдет. Я придумаю, ребят, я на Варлоке вообще прям. Как платка не вела, да? Человек-Варлок. Я так подумаю, как выйдет, чтобы тоже, если что, отмазать, Саша, не пошло. Да, если что, не пошло просто. Так, где там? Я предлагаю в наш лес хотя бы, чтобы они сейчас... А, не, вы вообще оперативно, я смотрю, реагируете. Мы уже с Бэйном под тир 2. Да не переживай. Блин, а тут особо не выстрелишься. Ну, я ничего, очень много печатал. Команда, против которой мы играем, называется Four Gamers One Girl, или как там они назывались. И кто же у них девочка-то в составе, а? Мне интересно. Это ж в прошлый раз было, это не сейчас. Но, видимо, кто-то и сейчас есть, кто-то, кого-то мы не знаем, кто же. Кто на роли девочки. Смотри, ребят, самое смешное, сколько комментаторов в игре, 10 штук. И так смотришь, что они могут пошарить. Да. Так, ладно, я пошел, короче, крипов блочить. Ребят, встаньте вот здесь вот, но с учетом того, что драться вы не будете. Если ну, чтобы... что, да, драться не будете, потому что я ушел блочить крипов. Да, потому что я вот стою вот здесь тоже, по контролю. Окей. Ситуация. Ну они вот здесь, как всегда, гуляют, это ж... Ну чё, всё, вот-вот-вот, погоните, не дайте варды поставить, это кто был, это Падма? Вела, догоняй её, короче. Не, так, а Падма, она всё, она труп должна быть, если глимсовать её грамотно, то она всё. Короче, я хочу глимс. Ты на первом качни Thunderstrike, потом Макси Глимс. А не, я сразу купил Thunderstrike. Не, сейчас выйдем, попробуем её просто напрячь, может, разок. Вы Сентри там купили что по? Руна регена, кстати. Я её пока оставляю. Ну не, я смотрю просто, Бэйн, если Сентрик есть. Просто чтобы у него вардов не было, чтобы она вообще не подходила. Shadow Demon. Это иллюзия ж. Нет. А, не, настоящая, слушай. Так идите убейте его. Стрела! Ой, стрела! Ты уйдёшь, Матрик? Да, уйдёт. Давайте, там стрела, подму, стрела! Я разбудил, ну а что ж вы будете делать-то? Да бэк, подходи. Нам за вами еще ВРК едет. Ютоби, клипсану его. Давай. Не дотянешься. Ладно, я стою рейджом. Жаль, кинетика не было бы. Ну и он от регенит. Реген подобрал, бред. Что, Тоби реген подобрал? Да. Реально, вот. Я разбудил, как вы только сказали, ну блин, че. Как косяк вышел, ничего, реально, был бы кинетик, мы бы убили вас там лично. ВРК-то делает-то теперь. Их трое там. Реально, если бы был у нас. Ну ладно, все, похер. Смотри, у них что, тут трипла, что ли? Да. Не-не-не. Трипла с ренджами. Да, я сейчас запустил. У них трипла с ренджами, аккуратно. ШД будет прятать, и будут две натяжки стрелы. Ну просто мы умираем все. Да, вот так вот. Ох, ребят, нам тут будет тяжко, ты шо? И Луна топ фрифарм, плохо. Ну иди к ним. Наверное, чё ж в лесу-то тусоваться? Или может... Ой, беда, короче. Падма бегает. Падма пошла на мид стрелять. Нормально. Вижу Тоби. А мне спрят. Так, у меня этот миссанул, ребят. Бэйн, не надо, мы ему ничего не сделаем, да, ты понимаешь? Да я просто сбить Кларити, не более. Ооо, дизрап, ну бля, ну Вилат, ну что ты делаешь? Отойдите, аккуратно. Осторожно, там Патма сверху с фулманой. Понимаешь, я здесь стал придурок. Так вот, давай ты еще меня тут поподпирай. Так не, так просто сразу, да, дерево прохавай, и все, типа, все окей. Ох ты ж, ё-моё, как весело. А вы что думали? Ну сейчас хоть и играть интереснее будет, а то они вард поставили здесь. Как они, когда успели вард поставить? Ну, потому что мы там дрались очень долго. Ну, там, нет, там Патма был. Вот один она, видимо, туда поставила. Да, блин, у меня опять интернет ракует. Твою мать, как же он бесит меня. 200 пинга. Или это сервер такой? Да, нормально вроде. У меня с моим бомжем интернетом. Ох ты, вот это я красава. Только ты сейчас там встрянешь. Не поумираете там, да. Да, не. Все. Давайте только с инфой. Я на топе уже у Луны, но она, понятное дело, сейчас поплотнее, чем я. Пусть Каспер фармит, мы пока. Блин, ребят, поставьте паузу. Я ребутну нахер над своего другого провайдера. Просто говнище, а не провайдер. Боже, не подключайте это дерьмо.
Дерьмо телеком. Не под... Так и называется? Да. Тогда как они, чем они тебя убедили подключиться к ним изначально? Да, я не знаю, блин, два провайдера, прикинь, и оба не хотят нормально работать. Сейчас я реконнекчусь. Ну как, не 100% фраг, если Бэйн будет отжираться. Бэйну хотя бы второй нужен, да. Ой, лол. Все, так... нормально? Нет, еще бы не нормально, я только реконнекчусь. Ну давай. Сейчас подождите, еще эксплит закрою к чертям. Ну давай эксплит. Хватит мозги. Ребятуль, пожалуйста, инфу по типам на боте мне частенько говорите, кто там есть, кого нет, потому что... Да все они здесь постоянно. В соло от Луны я вряд ли сдохну, но если он просто меня не поймает. Вот. Я готов, гоу. Как мы их будем убивать, не совсем понятно, конечно. А что вообще с кинетик филдом можно будет с суппортов как-то их поджимать, но они с рейнджа вас растыкивать будут, понятно. Да нет, а мы их не побиваем нормально, потому что у них у воротов до хера там. Да там смотри, и там они трое в лесу, у нас гира пока фармит. Один вард воткнули вот сюда куда-то, да? Да. Не, пацаны, это сервер, короче, даже на втором провайдере то же самое. Вот они, конечно, жуки. Не, это наш сервер, чувак. Люксембург. Люксембург. Тогда второму провайдеру тоже привет. Качни первый. Кстати, шедоу демона можно убить. Он отличный нюк. Да ладно, блин. Ну, смотри. Прикинь, флаткэнон не будет. Да, он не будет. Так я же говорил про этот баг на стриме. Лол. Не, я тогда не поверил. Я думал, что... что-то другое будет. Короче, ладно. Отлично. Мирана неплохо просела, отступила. Мирана не видно. Shadow Demon выходит сюда же. Где-то тут стоят варды, но я хрен знает где. Да вряд ли здесь. Ой-ой-ой. Беда. Магнус печаль. За руной пошел. Магнус за руной вниз, да? Я так понимаю, найд там эта руна. Ребят, это надо мне ботл забузить. Куру апнутая. Не бейте Мирану только. Она под сном. Апните куру. А то мне обузить ботл просто нереально будет. Подожди, тут драка. У меня Магнус миссанул, вниз может прийти к вам. Тоби, это не минус. Аккуратнее, аккуратнее, ребят, нормально играем. Кстати, этот Каспер вылетел из скайпа. Судя да по нет. всему. Потому что слышно его как из жопы. Да, у него какие-то траблы. Влад, а, ты апнул, да? Молодец. Да, я апнул куру, я бегу домой, потому что у меня абсолютно ни черта нету. Ну нормально, видишь, они начинают тупить, это самое главное. Ром, скажи, а есть какая-то настройка, чтобы дабл-клик работал? Я почему-то серж два раза жму. Ром, что-то. Скажи что-то. Не беги там. Скажи что-то. Да говорю, говорю. Все, 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 есть он в скайпе. Он выпадал, пропадал, вернулся обратно. А, что мы можем придумать вообще? Ничего не можем нам сейчас придумать, надо да? просто не поумирать. Неплохо было ну, короче, бы поставить варды. Ситуация такая, что они же должны нападать, правильно? Вот здесь уже вард должен был... Не, еще не упал, но он упадет скоро. Так, я на секунду паузу поставлю. Что случилось? Да, у меня, оказывается, какая-то настройка есть, что дабл-клик можно прожимать. Я без нее. Где она? Скажите, пожалуйста. В опциях. Сейчас я скажу. Вроде бы действие юнитов. Бла-бла-бла. Встреча пишет. Сейчас, погоди, я занят. Дэнди пишет, возьмите меня, у них задроты, пурш, эпи. Так честнее будет. Ну да, да, да. Где дабл-клик? Кто-то знает? Ребят, не помните? Да сейчас вот смотрю. Так, да. Мы, кстати, еще... Нам надо жеребевочка турнирчика-то провести. Правда, у нас тут появилась информация, что Na'Vi не хотят участвовать. Ну да ладно. Да, это есть. А мы, кстати, еще не придумали, кто будет. Ну ладно, можно без этого. Мы пока назовем это слот. Вот так. Эту команду надо слот. Не знаю, не нашел я опцию, но она где-то ага, есть. Вот, дабл-клик, ability, self-cast. Все, сори. Ну все, нормально. Ну, удобная просто штука. Ну да, я не могу без этого, типа. Короче, я чувствую, они будут нападать, да? Нам главное, вы далеко, чтобы... да, куда-то все поубегали. Версу, не, ну один понятно, один будет. На базе, да-да-да. Ну все, я, короче, Каспер, стою под вышкой. Каспер, тебе что-нибудь купить надо? А, нет, тебе не надо. Не-не, мне все окей. Я просто куру сейчас к нам поведу. Повел к нам, потом... Не-не-не, ребята, подожди. Ну что такое? Мид надо быстрее, да? Мне, да, ботл нужно принести, фейс принести. Ну, ну давай я ее встречу и отправлю к тебе... Ты, кстати, смотри, сейчас умрешь там. Магнус сейчас ботл выпьет, но да. Сутанет.
Все нормально, ваши квыкур там. У нас здесь проблема, смотрите, Патма ушла. Взяла инвиз. Взяла инвиз, да, и может выйти, и уже идет. Кура направляет себя. Все, они втроем идут туда. Куда, на мид они идут? Да, в мид втроем, или нас будут вот так вот обходить, я не ну, знаю. Ну, я, короче, отошел тогда под вышечку, там все равно линия пушится, так что... Просто вы тоже далеко не уходите. Да, мы тут... Блин, надо туда вар поставить, и все будет ок. Так, вот, вон там бегает ВР-ка с транквилами. Да, ну нормально. Здесь уже. Мы можем продолжать пулить здесь уже. А у них что, здесь вард стоит, что ли? Ну, они его поставили чуть позже, чем... А. Да, и у них тут... ВР-ку-то я могу глипсить, что, ребята? Не, нет, я не вижу. Здесь нет, у них так, нет. Магнус убежал вниз. Зачем? Слипа. А руну забрали? Нет вообще? Подальше отсюда. Смотри, Shadow где? Ребят, все! Да чтоб тебе. Мне вообще на руны не везет. На топе. Стрела. Снизу появляется. Берку. Хорош, Каспер. Поставил ракету за ней. Блин, не маны как-то. Нету маны, глимса нету. Гэжи. Хорош! Папа! Стрела! Да-да-да. Я поймал, все. Да нормально, я не умираю. А не, что-то демон. Ну их что-то я зафейлил. Все, я ушел, все окей. Как, я да поймал стрелу жестко вообще? Не, ну ты такой стрела и сам ее. И сам такой раз поймал. Доловил, да. Так, Патмал, он обитая. А что демон вообще что-то делает, кстати, слушай. Ну я там накидываю. Давай, бьем его. Знаешь, у меня ничего нету абсолютно, и мне очень стрёмно. Дороже вот, смотри, ВР-очка. Пацаны, они решили Каспера вообще отфидить по-черному так. Ох! Взорвал меня просто. Вах! Вах! Отступи. Отступи, осторожно, Мирана. Да, осторожно. Да. Да, все окей? Да какой я окей? Упал просто. Я мансую. Да я не тебе говорил про Мирану. А-а-а. Кру, Рьюс может? Да. Каспер, маны налить тебе этим, Кларити. Да мне чему. Не, я сейчас принесу себя, у меня все сейчас есть. Окей. Магнус опять где-то непонятно где. Луна просрала на меня ульту, но я жив. Отлично. Это хорошо, нам надо будет, кстати, пока еще первый вакуум мало. Ну, кстати, все, что эти пацаны будут опять летать, пока у нас более-менее все нормально, как происходит. Каспер, со спины к ней захожу. Давай. Слип сначала. С подветренной, просто с подветренной. Так ракету уже пускай. У меня маны нету. Ты не жаль. Ну, я понял, я отошел. Наверное, да? Не-не-не. А может быть. Да, скорее всего, да. Да не-не-не. Живет. Давай. ШД может попробовать. А есть глимс? Нету глимса? Есть глимс. ВР-ку глимс. ШД убивает. Бараны, бегаем, блин. Какого слова-то нет. Баран, да ты баран. Нормально. Все, отлично, осторожно, Мирану. Патман, да. Все фигня. Миша, все фигня. Давай по новому. Давайте Мишу как-то поможем. У меня, например, есть смол. Я Патму донимаю. Плотно ее так донимаешь-то, кстати. Ой-ой-ой, это ты зря, пожалуй. Вот это ты серьезно так донимаешь. Беги на нижнюю руну, я к тебе. Да не, нормально. Как-то сейчас смог приехать куда-то. Есть мана у вас, братюня? Луна там, кстати, очень неплохо фармит, of course, поэтому... О, давайте вообще заедем и убьем. У нее барабаны почти есть. Уже. Или мы втроем не убьем меня? Убьем, я думаю, только надо как-то это делать. У меня есть смог, подкинись вы меня, пожалуйста, блин. Смог, я пойду. Версот, стики твои, передай стой себе. Здесь, стой здесь, Мейлстром, стой, Мейл. Стою. Так. Поехали в попу. Смог. Поехали. Причем вот сюда, да? Не-не-не, нормально, забегай с лайна или как? Ну ждите, нет, с линии, думаешь, да получится? С линии просто слип. Сон, слип, сон не даю первый. Да, сон, а ты кинетик ставишь подальше, давай, сон. Хорошо. Кинетик ставь сдалека. Ставь кинетик. А что за херня? Глимс. Привет. Глимс есть? Нету. Ну она и так может сдохнуть. Скорее всего сдохнет. Ну да, все нормально. Загнали, красавчики. Ну один с одной стороны, другой с другой, и все, окей. Гэжи. Красава. Так, ну нормально, мне ж даже бабло. Слышите, Магнус куда-то ушел? Здесь Матрикс, мы идем вниз. У меня концентрация противника. А никто не хочет этот самый постакать? Если из суппортов кто-то есть свободный, можно было бы постакать. Сейчас попробую. Давай, стакай. Сейчас я не успеваю уже. Ну попробуй. Да, не успеешь.
Первый снег. Тут я не успел, ну ничего, на следующий попробуем. Так, Патмана топишь, что-то делай. Не, давайте. Смотри снизу, Shadow Demon, Патмана топи. Да, снизу там можно просто мешать с таким, что ого-го. Луны нету, у Луны есть ульта. Луна портается на топ, Луна у меня, все. А, у меня Луна. Там. Давайте снизу убьем. У меня Луна и Патма. Тут снизу Shadow Demon и VR-ка, и все. У меня есть глимп против второго левела, только потому что я... Давайте, давайте. Кликнул и Thunderstrike качал. Давайте, давайте. Давай, нападай. Патма еще отходит. Да твою налево, что за привязки? Да связки вообще такая дикая была, она. Хорош. Ой-ой-ой, хорош. Все, этот минус. Гражданин. Нормально. Я хамуха нажимаю единичку, а у меня почему-то красава. Не работает. Магнус здесь! Ой-ой-ой, бежать! Просыпную, пацаны! Каждый сам за себя! Я портаюсь, я портаюсь. Отменил зелпорт. Или сбили? Не сбили. Я уже думал, тут по-настоящему каждый сам за себя. Нет, тут, короче, что-то прилетело к ним. Магнус здесь, правильно? И Мирана здесь. Патна куда-то ушла, ребят, я не знаю. Все за Бэйном, пацаны! Ватта просто всех задержал. Так, у меня только Луна. У меня только Луна на топе, все. Это иллюзия, да. Я могу за колдаунировать всех. Короче, они решили сыграть как мы в первой игре, судя по всему. Да, да, вот. Они на меня пошли. Играть как мы в первой игре, это в смысле как уёбки? Вижу, 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 да, да, да. Так оно и есть. Магнус настоящий. Да. Хороший ульт, отличный! Просто в одного. Ну, норм, норм. Опа. Варлюша такой нарисовался. На! Камень в лицо! И ракета за Shadow Demon'ом, все. Он мертвый, вот так. Отлично, отличная дисрапшн. Убедил? Махнус идет. Он же без. А, он же без ульта. Он без ульта, убиваем вообще мудака. Ты его достанешь? Да не, не, мне уже нечем его достать. Давайте там! Надо ж попугать. Да? Че, нет, это... Пусть продолжает фармить гирокоптер. О, Магнус зашел, смотри куда. У меня ничего нет. Космоной беда, аркан тапки через 150. Ну ладно, ладно. Барабаны, транквилы, луны, ну так, средне. Точнее, нормально, конечно, но... 400 минут норм, но мы и убивали один раз, самое главное. Слушайте, на топ пошел, по-моему, кто-то... А, Виндранер на топ пошла, осторожно. Осторожно, Матрикс. Вот буквально 10 секунд назад сюда пошла Виндранер. Есть такая тема. Каспер, сейчас тебе воткну вард, чтобы ты там их более-менее видел. Ну и чтобы рунку подсвечивать тоже. Ну, ВР у меня была, я убегаю домой, короче, потому что... Так, ну у меня лотар уже есть. Я запулю сейчас. Нет, хер запулю, даже хер там сделаю, потому что я... Потому что я сам стоять! Магнус идет снизу на мид, здесь ВР-ка. Нет, Луна на топе, да? Shadow Demon'а можно попробовать. Shadow Demon. Слипнем ну в него все, кидаем. Shadow Demon ракета в него. Да, давай, давай. Я иду, ребят, в эрку, если что, убьем. Ух ты, смотри, что творит дурка. Ну, да вот ты это по-любому дохлый. Отличный шекл. Луна на топе, два на меде, так что все замечательно у вас, парни. Бля, вы задолбали, хватит уже куру контроль. Дайте мне свой лотар принесу, уже минуту не могу ее забрать. Я что, там, что? Там жесткий абузер. Ну да. Пацаны, у этого красавца лотар уже есть. Хорош. Ну так у меня кроме лотара уже и бинатор. Так, а мне Луну опять домой хочет отправить. Гляньте на нее, ульту просрал, у меня... Делаешь здесь дабл спаун? Или... Да я сейчас отведем на два. А, веток нету. Я иду сюда. Это истерика. Я если что, ребят, за даггером. Она за тавра зашла, меня убила в соло просто. Да она между двух тавров пошла, чувак. Между двух тавров. Или я и успел, или я здесь сделать дабл спаун. Каспер, вези лотар себе. И мне кураза. Все, у меня вакуум левел 3, можно пробовать. Кстати, Версутан, если у тебя есть ультимейт, а у тебя его нет, поэтому... Не, ультимейт на 11 левеле двойной будет, так нормально. Потому мне просто нужно получить 2 левела, и как раз мек у меня будет, но это все нужно сделать минуты за 3, следующие 4. А я бы такой, чтобы Луну здесь убил. Ну, было бы неплохо. У меня ТП есть. А мы убьем, просто ее убьем. У меня ТП нет, я иду пешком. Тихо. Но я на сердже, нормально. А не, уже забей, она уже ушла. Каспер, направь куру сейчас. Ты, кстати, Глимс еще разочек подкачай, потому что... А я знаю, сейчас на седьмом его вкачаю еще. Луна мисс, но у нее нет ульты. Каспер, готовься, сейчас эту убьем. Блин, она запулила. Блин, а что они такие штуки, а? Все, ульчу в нее. Давай. Отлично. Минус Виндран еще к тому же. Блин, да я... Ну, короче, забирай. Молодцы, ребят. Никого нет, аккуратно. У меня нет ни Луны, никого. Понял.
Ну, короче, мы можем сейчас уже начинать как-то и поактивнее действовать. Мы уже немножко набрали преимущество. Да, у меня телепорт есть. На топе... На топе ШД Патман. Я сейчас ее, если смогу взять, возьму. Я подхожу уже. Не сбивай с толку, блин. Это Луна на топе, не Патман. ШД Патман, чувак. Да ты издеваешься, как может быть две Патмы? Патма в миде, Луна на топе. А, да. Или ты забыл, как они выглядят, эти два героя? Да, Warcraft. У меня Магнус внизу. Так, а у нас в инвизе Варлюша там в миде. Давайте-то устроим кавабунгу сейчас, а? Так, а Патма... Давай слип ей, слип сначала ей даю. Ой, привязали. А почему у меня три? Как три вообще? Давай стан ей. Магнус отошел. Ставь ульту. Куда у меня три на топе? Зачем? Быстрее это упрыгнет. А вот, хорош. Упрыгивай. Пусть прыгает. Есть урна. Отлично, есть арканцы. Просто замечательно. Они пушат топ. Нужно туда подтянуться. Да, давайте туда пойдем. Так, я отменяю ТП, меня там зацепят. Давайте глиф юзнем, кто туда сможет еще прилететь. Каспер, ты сможешь? Да, да, я смогу портнуться. Давайте портнайся первый назад, и давайте они только как-то отнижут. Через 19 секунд есть ульта. Они подходят. Не надо портаться, не надо портаться, ребят. Уйдут. Они дефить пошли, лол. Что дефить не пошли? Ой, они убегать пошли, точно. Блин, я не знаю, что... Давайте пойдем на тауэр так. Я не знаю, что со мной, я очень жестко фейлю. Просрал ТП только что. Мека уже должна быть. Оба, меня поймали. Да ладно. Скажи еще. Отходи, манси, волна. Разводи пушку. Мансую. Хорош. Молодец. Так про. Да есть же. Могу вниз сейчас подтянуться. Есть. Боже, ВРК, смотри, какие они дикие. Что это вообще? Просто подвыше. Хотят убить. Сколько на боте? 4 на боте, да? Давайте дефи бот, что ли? Да, мы подеремся там хорошо. Я уже. Я иду за ТП. У меня КД на топе, я не знаю, через сколько смогу прилететь. КД ТП. Но я вот сейчас типа показал, что я здесь, и Луна на тебя атаковать не будет, а я такой уже снизу. Короче. Там ребята просто там все скиллы прожимают. Во-первых, Магнус без ульты. Это во-первых. То есть это все, это уже ГГ. Вот я, кстати, за ним сейчас выехал. Поехали. У меня есть ульта. Да, я там на хосте. Блин. Че, вы его сами убьете, да? На меде розовый один. Давайте, надо, парни, надо. Давай я на боте дофармлю меку, иди помоги куда-то, пацанам, Виталь. Фарми себе меку. А, у них еще подмы. Они ульти под мы. Где? Осторожно. Так давайте подеремся. Подставьтесь кто-нибудь, Бэйн, у меня букдаггер с големом. Любой вообще, подставьтесь, и это победа. Вот, смотри, там Магнус. Съедаю Тоби. Хорош. Давай, поехали. Он умирает. Отлично, спрятал. Еще этого. Ну да что? Умри ты, ёпты. Че творит, глянь? Демон. Красавц. Я Тоби просто настолько профессионально в драке еще подальше кинул, чтобы он там вообще просто никого не спрятал. Пацаны, есть шанс забрать первый тавер в игре, 20-я минута. А может даже два? Давай, тавырок и все, наверное. Потому Магнус может отхватить. Или давайте побежим. Почему на себя-то? Ну, лол. Или вниз. А бежи вниз, пацаны, сейчас. Ребят, у меня ВР-ка тут нет, у меня если что. Гол вниз. Вниз, ребят, сейчас заберем вышку. Ребята, и вниз дефить. Заберите ж тавер, а? Тавер, пилите. Гриф кончился. Не, все, снизу забрали, уже вниз не надо. Ну, Версу, давайте... Версу, что ты собираешь? Идите сюда, давайте сейчас... Я не крачу делаю. Вот так, подождите, ману мне сейчас только залейте, и пойдем убьем сейчас кого-то. И мне. Через одну секунду, да. Забирайте на базе, кому что надо. Меня, подождите. Забрал. Давайте. Поехали. Хорошо. Он на центре можно убивать, да. Просто дай, принимаем их здесь. Я тупо даю кулдаун, и всё. У меня так и дэс, чё. Бэйн, выйди, дай слип. Везите Бэйн, меку. Да кому? Да, Бэйн первый пусть идет. Вот, смотри, иди все, усыпляй эту тварь. Любую слип. Уходит. Давай слип. Тоби слип. Ну все, сейчас Магнус... Разойдитесь, Магнус залетит. Луна, вот там Каспера вот тут. А, Каспер в инвизе. Пацаны, сейчас какая-то печаль все равно была, на плейбэк, кстати. Луну, ой, а ПКБ, ты смотри, какая жесткая, присоси с ней ультом, а нет ульта. Зато есть тихо, вот беда. Офигеть. Ну что, получилось, три бамы. Плейбэк, все, нормально мы подрали, все в порядке, ребят.
выиграли. Сейчас Варлок уйдет, отлично, Варлок уходит. Кстати, Патмаму тоже может умереть, если она сейчас подставится. А, не, не подставилась, тварь. Фу! Не, нормально, нормально. Могло быть, конечно, и хуже. Да, у меня голем КД был. Был бы голем, мы бы их вообще в ноль бы выиграли. Оставили да. Топ. Версутян, оставь мне топ. Нет, лучше бы план, типа, на развороте показать люлей. Если бы цепанули сразу в эрк, было бы все круче, наверное. Хотя нет. Круто ему знает. Ну, я не дотянулся до нее. И ульт тоже на КД был. Мы видели. А слушай, тавр-то они забрали вообще на халяву. Да, их откажу. Но мы там могли только нафидить, разве что. Так, да, сколько у нас аркантапок? Нам дополнительные нужны? Да, ну, мне пригодился, на самом деле. У меня есть аркантап. У меня хорошо, я вторые беру аркантапки сейчас. Хорошо. Да, да. Ты меку сделал? Сделал. Хорошо. Что делаем, ребят? Ну что, у меня сейчас БКБ, и я предлагаю все драться, но нам по-любому нужен вижен. Мы доминируем, у нас опять ниже нету вижен. Да? Вот, парни, еще такая мутка, вот здесь вот по-любому надо прочекать. Почему? Потому что у них есть луна, и она вот этот спот, если там есть 6 стаков, она... Так, ребят, секундочку. Добби, смотрите. Это, в центре варды против ульты Патмы, если у нас не будет, мы проиграем файт. Добби сюда, вард поставил, он вард поставил, да. Я центрики возьму. Центре, ребят, если луна сейчас фармит, она БКБ оттуда просто вынесет. Поэтому БКБ? Нужно... А, ну, у нее уже есть БКБ. Есть. А, есть лоб. Погоди, ну не БКБ, еще что-то. Но я предлагаю пойти законтролить. Стрелу помыл. Да, я тут, я рядышком. Нормально. Хмана заливайте по кулдауну. Давайте законтролим. Раз, два, вот тут вот весь плацдарм надо, короче, контролить этот. Блин, ну тут я просто обычный поставлю. Пойдемте зайдем туда. Тут. Вон там Тоби. Ну идите, заходите. Ну я тогда пойду зайду, поддержите меня. Так, назад. Здравствуйте, господа! Ой, как хорошо зашло! Как жизнь? О! На! Гаже! Даггер на варлоке! Вот так вот. Это айтем, я понимаю. А то покупают у нас всякие какахи. Изи, пацаны! Идите, я вам дам. Я умер, что за дела? Почему я умер? Я так дрался до конца! Вор. У нас кура висит в центре битвы вообще. Я предлагаю дать всем вот так вот. Нормально, короче, сейчас пойду, мне тут буквально один крип и некры три будут. Это плохо. Что плохо, что некры три будут? Нет, свет моргнул, я думал, потухнем. Что там по времени, скажите? Скажи, пожалуйста. Так, ребят, я... Блин, мне тут звонят поддержки. Скажи им, что в жопу, просто подними трубку, скажи. Да, здрасте, я не могу сейчас разговаривать, я занят. Можно на завтра перенести? Операцию. Жоп, идите, скажи. Да, все, спасибо, до свидания. У меня дота. Физкультурщина, что вы орете? Это нам говорит человек, который гамбургерами всех называет. Пацаны, пока нас смотрят много людей, сделают то, что... Ну смотри, меня уже ловят здесь плохие, понимаешь? Отходи, так, я подтягиваюсь. Сейчас я туда поставлю куда он арт. Голема, ребят, если что. Пока нас смотрят много людей, я обещал сделать это и рассказать гайд, как играть с версутой пабы. Пацаны, найдет пропустить это дело, вы чё? Ну, я иду. Не, ну, всё, дело, давайте конечно. Зайдем. Давайте зайдем. Все тут. Слипьте. Слипьте, давайте. Верта, осторожно. Ну, я всего лишь в километре, а так все нормально. Кстати, ну, а может вы ее съедите? Да блин, долго разворачивался. Ладно, ловлю Магнуса. А пацан ртанул в одного, неплохо. Они, короче, меня с Патмой били, но я выжил, ТП вот сделал. Что, ребят! Давай, гирокоптер, фарми здесь. Вот она. Нет! О, хорош! Давай, тварь! Сука, кулдаун был четверть секунды. Слышь, там еще кто-то что-то хочет. Я тебе повешу хил. Кто еще что хочет? Так пошли их поубиваем. Я с тобой до конца просто. Слышь, Гайбукс, быстрее крипов. Бей всех крипов бей. Да выживет что ли? Ай, паразит. Выжил. Ну это Тоби, он живучий. Паразит. Да, Тоби, да. Может законтролим этот самый Рошана? Матрикс Аркана нужен. Так, голем есть, не грабку откатят. Пацаны, просто я иду суицидить вообще. Матрикс, да. Рошана, да, вот, у нас кто-то должен просто идти туда, вот типа Дарксира, ему вообще не страшно, пусть подставляется. Ну, забираем, нет? Как в прошлый раз. Есть. Я не думаю, что у нас... Ну, вообще, вряд ли, лучше нам их убить, а потом забрать. Угу. Здесь... Так, Мирану, могу слип дать? Не, она уйдет.
Я могу... Мы все можем дать. Тут еще и Тоби-Ван. Тоби-Ван уже 10 раз умер. Давайте. Тоби-Ван и вас. Пойти... В центре, ребят, поставьте вот сюда куда-нибудь. В центре летят в куре. Погодите, не умрите только там. Потому что, да, нам сейчас чекикоптер... 15 секунд моего ульта. Можно как подождать, это? Реально, 15 секунд. Ну все, давайте. Ждем, хорошо. Че, пойдем, нет? Да. 5, 4, хорошие ли на них? Просто 3. Время, как бы, нам их нужно уже заканчивать. На них. А ну, так, идем, как-то идти. Я хрен его знаю. Их и все. Ой, ну, давай, нет, если вы как-то знаете. Варлок берет и залетает голем, и все. Можем это сделать. Или ты просто... Кто-то подставляется, ребят. Под ульт Магнуса кто-то подставляется. Не бойтесь, можете все вместе подставляться. Ооо! Эй, брейте его, брейте его, брейте его. Блять, я сбил, понял. Брейте, брейте его. О, народ, народ, народ! Бляха, муха. Луна, это... луна, луна, держу ее! Да я лечу к вам. Фейл, ребята. Убивайте. Я ару поймал. Вот почему мы... Убиваем, а кто тут тпшится? ТП-шится. Луна. Отличный эклипс крипов. А, версу тут... Магнус, Магнус! Блять, я ару... А, ну с пультом же! Да нормально, нормально, все. Нормально, я... а кастер выкупился, нормально, да, есть клипс? Да, да. Пушим вышку. Парни, куда? Посмотрите, Магнус! Ульт под мы! Магнус, ульт под мы! Ай, ну вот у нас поздно в центре, конечно. Угу. Ладно, ломаем. Тавр, да. Ой-ой-ой, я поймал леща! Да ладно, ладно. Нормально, не страшно. Спасибо, кто против тебя, меня. Кто тебя тут я убьет? Знал, что вы всегда будете со мной рядом. Просто заставили с вардами со всех сторон. Предлагаю пойти убить Рошана. Ты нет. Да, да, да. Можно даже в центре не ставить. Да ты затрала! Ничего. На. Ой. Что творят вообще? Братна, ничего. Братна, луны, Магнус. Братна хотят, что ли? Да, да, да. Инфибл на луне. Или нет? Нет, нет. Ой-ой-ой, связала, как нехорошо. Делись, 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 Каспер, давай этим. Ты чё, паразит? Пошёл отсюда. Ты шел отсюда. Я их натурил и улетел тупо с драки подальше. У нас есть барабаны в команде, пацаны? Да нет, Майл, точно. Майл, слышишь? Да. Я понимаю, это типа очевидно, но... И мы эту игру уже выиграли, попробуй где-то там, как шейкер далеко стоять, чтобы ультовать весь замес. Ну, у меня же крипов не было. С чего взял? Как я, да, чётенько? Вообще игру еще сейчас не растерялся с флэком. Надо вот эту вышку добить, там два хита осталось. Да, давайте, кто-то ее добьет. Кстати... Варды покупайте обычные, у меня потому что пачка сентриков всегда. И как бы никуда. Что нам делать с игрой третьей? Если мы сейчас не... Играть, играть! В Dota TV запустим просто-напросто матч, да и все, который у нас в StarLadder, там фото против кого? Против Натика, да? У нас же есть Шивер, она его откомментирует. Все-таки 25 тысяч зрителей! А... Болеть за нас! Андрюша, расконтроль тогда, пожалуйста. Поговори там что, реген... с динами, чтобы если что, начинали без нас. Ирокоптер может за регеном сходить, вот стоит на топе реген. А? А, время. Хорошо, хорошо, время. Все, сейчас иду. Ребят, к вам подтягиваются там. Ну так, как подтягиваются. Мы убегаем, мы убегаем. Иди сюда, маны дам, лобок. Да не, у меня сейчас будет реген. А, у тебя реген. Давай, только тут шедай еще где-то тут. Да, 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 я видел, видел, видел все. У меня есть еще БКМ. Иди сюда. Все, голем некро есть. Давайте, кто-нибудь. Ну все, поехали. Огонь, вот сверху бы, пацан. О, о, мид, 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 мид. Я беспален. Кто так, это такой? Тут 100 стоит розовый, это кто? Это Шаде, вообще, да? Вообще Бейн. Если типа Вижн дом. Будет, его сразу вернете. О, возвращай. Ну, о, пройти меня. Отлично, отлично. Раскастовался. Просто твои иллюзии меня напрягают, разбирайся. А меня как напрягают, а? Так что делаем, идем по миду или нет? Ой, ару прилетел вот отсюда. Мирану ловлю! Как ты ее поймаешь? Ай, мы далеко, я не успеваю! Слип дай, слип дай, если нормально, есть. Нормально, нормально, нормально. Слип дай, если есть. Держи! Слип! Спасибо! Лайк, пацан, ты шо делаешь? Ой, шо ты делаешь, братиш? Давай, конца, конца, конца! Сюда! Отбью меня! Ой, хорошо. Все, ГГ. А может еще. За бэкдорим сможем? Мощь хватит? Играем 3. Ладно. А, все, сдались они.
Да, блин, да. А я огонь не успел доделать. Давай тогда никуда не уходи, давай тогда... тогда... Нет, сори, типа, мы напишем, что мы все же успеем, тогда подождите нас, пожалуйста. Давай, быстро. Все. Так, нам надо... Как же сделать? А? Да, успеем. У меня лифт не нажимается, что за фигня? Так, Каспер создал. Вот мином наших конец. Да, Каспер создал, заходим. Мы за Дайер опять заходим. Так, жеребёвочка. Как, в каком режиме проведем жеребёвочку? Ну, у нас дабла, надо каком-то самом примитивном. Нет, надо просто, вот, просто провести жеребёвку, неважно. Блин, у меня дота зависла. Сейчас, ребят, зайду. Давай.